А мы вот так мы записываем песни, вот как-то так. Обратите внимание на концентрацию музыканта. Давай еще раз. Сэмпл залажали. Вот. Очень сложная партия. Сейчас он сконцентрируется и сделает это. Да. Обратите внимание. Нарежем. Засэмплируем. Вот это очень. Это новая наша песня. Что, она... записали 16 минут? Называется. Записала новую песню 16. Записали меньше, но мы их это все нарежем. 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 Ты кто такой? Давай нарежем. Все, да. Так просто было. Степан так кропотливо высчитывает. Но очень, это была очень сложная партия. Вот, вот примерно. Вот, вот вы сейчас примерно слышали, вот это был прогрессивный рок. Вот как-то он так на самом деле выглядит. Вот, вот, да. Совсем другой ритм. Вот разные ритмы, разные, не знаю, какие-то партии. Вот они друг другу не попадают, из-за этого очень трудно играть, не сбиваясь. Да. Мы вышли на новый уровень. На новый уровень игры. Музыки. Да. Сделать вот, вот так вот, наверное, даже. Будет очень странно. Эхо! Две дорожки. Вот. Вот видите, вот вроде бы он записывал в 4 раза меньше нот, но на самом деле вы просто не успевали услышать. А вот за. Вы не успевали просто заметить другие движения вот его руки, а компьютер он сумел это считать. Настолько просто точно он попадал в доли. Вот. И что делать с эхом теперь? Засэмплируем. О, ну да. Они проще ли тогда сразу в MIDI взять и написать этот, и экспортировать GTP в MIDI? Сделаем SF2 инструменты на MIDI, и все нормально. Да зачем? Как группа записывает песни, блин, я слажал, засэмплирую. Так Ардур же есть MIDI-инструменты, экспорт в MIDI и засунул, и все. А так там еще что-то осталось после этого? Ну да, концовка, конечно. А еще последний куплет, он отличается там. Ты это выключишь или нет? Зачем? Это была группа. Нет, сними рюкзак. Любите нас. Сними рюкзак. Смотри, он делает уточку точно так же, как ты. Он недоволен тем, что здесь происходит. Смотри, нос ему подтянет. На место. И подушку сними, да. Ты улыбнешься? Нет, сегодня? Нет. Все. Вот, наверное, как-то вот так.